Здравствуйте, дорогие друзья! Всех поздравляю с новогодними праздниками. Пожелаю вам отличного настроения на весь год, исполнения всех желаний, которые вы загадали в новогоднюю ночь. А также с Новым годом вам пришли новые силы и новые возможности. Обязательно разглядите их, не упускайте свой успех. И следите за своим здоровьем, потому что здоровье – это самое главное, то, что у нас есть. Есть здоровье, есть все. Итак, вниманию вам хочу представить наши продукты компании «Фаберлик», линейка «Функциональное питание». Ассортимент очень большой. Здесь представлено только то, что я заказала для личного употребления. Мне очень нравится. Что такое функциональное питание? Кто-нибудь знает? Мне кажется, сейчас распространено это, да? Правильное питание, здоровый образ жизни – это сейчас модно. Протеиновые коктейли, занятия спортом и так далее – все это в комплексе приводит к очень хорошим положительным результатам. Итак, что же такое функциональное питание? Функционально называют питание, которое дает организму правильно подобранное количество белков, жиров и углеводов. Также это питание, которое обеспечивает вас полезными витаминами, аминокислотами и минералами. При таком типе питания оздоровительный эффект становится незамедлительным. У вас появляется энергия, вы больше двигаетесь, чувствуете себя легче и, конечно же, лишние килограммы уходят. Диета для снижения веса не может обеспечивать организму необходимое количество минералов и витаминов. И поэтому в состав функционального питания они уже добавлены. Вот, допустим, завтрак, обед и ужин, да, можно заменить вот одним пакетиком. Вот, пожалуйста, я даже представила, да, на тарелочке. Это, пожалуйста, ваш обед, либо завтрак, либо ужин. Что вы захотите, что вы выберете. Пожалуйста, он заменяет один полноценный прием пищи. Причем вы не просто получаете какое-то питание, да, вы еще и дополняете свой рацион витаминками и минералами. Вот смотрите, какие витамины входят в состав, вот, допустим, концентрата для приготовления безалкогольного напитка, белковый коктейль со вкусом шоколада. В ассортименте очень много вкусов разных. Вы можете для себя выбрать вот со вкусом яблока, ванили, шоколада с орехами есть, да, крем-брюле также. Любой из этих коктейлей способен заменить прием пищи без каких-либо последствий для здоровья. И вы не будете мучиться чувством голода. Благодаря своей низкой калорийности, вот допустим, один коктейль, 90 килокалорий всего лишь, то есть одна порция, разводится с одним стаканом объемом 200-250 миллилитров водой комнатной температуры. Мне очень нравится разводить его с молоком, либо с кефиром. Молоко беру 0,5% жирности. Получается очень вкусный и полезный напиток. Мне очень нравится вот этот коктейль-завтрак. Есть еще обед и ужин. Так, также вниманию представлены различные вот ризотто с овощами. Это у меня был сегодня обед. Вот, различные каши. Каши, кстати, они 155 килокалорий, да, указано. Они не содержат ГМО, не содержат сахар, без красителей и ароматизаторов. Вот, допустим, продукт моментального приготовления, каша мультизлаковая с черникой, в состав овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшеничные хлопья, ржаные хлопья, частично обезжиренные измельченные семена льна, фруктоза, порошок черники и соль. Вот, пожалуйста, вот такую кашу можно смело, даже если в какие-то условия, да, где нет возможности приготовить что-то в поездке, в офисе, можно ребенку даже без опаски на без вреда для здоровья, то есть заварить ребенку вот такую вкусную полезную кашку. А для желудка, для кишечника полезен лен. Вот, пожалуйста, льняная кашка есть тоже с яблоком и корицей и на молочной сыворотке. Не содержит глютена.
На перекусы у нас есть в компании вот такие протеиновые батончики. И со вкусом шоколада, и со вкусом кокоса. Запить можно такими напитками, как кофе. Вот есть кофе Силуэт. Вечером можно смело это кофе выпивать. Есть кофе Драйв. Сладкое. Бифилак. Вот благодаря одному пакетику и литру молока можно приготовить в домашних условиях очень вкусный домашний полезный йогурт. И добавить туда какие-то необходимые и те, которые вам нравятся, ягоды и фрукты. И будет у вас собственный йогурт дома. Также есть какао нежное. Вот, пожалуйста, благодаря этому какао и кусочками бананов можно приготовить мороженое, либо молочный коктейль вкусный. Так, что еще? Вот разные каши у нас. Смотрим, коктейли, супы разные. Есть суп грибной пюре, есть суп с базиликом, томатный. Очень большой, конечно, ассортимент и выбор. А мне очень нравится грибной и сырный суп. Кисель комнатной температуры в воде можно развести. Вот вам напиток полезный, вкусный, с пробиотиками, кстати, он. Вот основа белковых коктейлей, конечно же, белок, он хорошо усваивается и служит питанием для ваших мышц, а не жира. В составе также можно найти фруктозу, льняную муку, молочную сыворотку и коньяк. Вот, есть также чаи вот очищающие для кишечника, которые абсолютно безопасно разжижают пристеночные отложения, выводят из организма. Здесь по 20 пакетиков. Для печени, то есть снимает нагрузку с печени, очищает хорошо. И также есть почечный чай номер 45-47, это у нас печеночный чай. Также есть такие обычные чаи, молочный улун с манго и ананасом и с бергамотом, вот в пирамидках вот так, есть такие чаи. Есть простые черные, зеленые с чабрецом и с жасмином. Вот, на любой вкус, пожалуйста. В принципе, все. Всем желаю удачи. Следите за здоровьем, за своим. Также у нас есть программа «Перезагрузка» для снижения веса, для набора веса. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я вам составлю программу индивидуальную для вашего организма. И будем вместе с вами получать отличные, замечательные результаты. Всем вкусного, приятного аппетита! Пользуйтесь, пишите. Удачи, всего доброго!